Популярная передача выходит в эфир уже более 20 лет. А почти 10 лет назад появилась постоянная рубрика «У вас будет ребенок». Маленькие герои вызвали невероятный отклик. Почти все дети, показанные в программе, обрели семью. Продолжением телевизионной работы стала информационно-поисковая система «Видеопаспорт». Интернет-портал позволяет познакомиться с ребенком, увидеть живые эмоции и найти родного человека. Фотография и характеристика. Глаза серые, волосы русые, характер спокойный. Вот по такой информации вынуждены были усыновители, кандидаты в приемные родители подбирать детей. Конечно, это не полная информация о ребенке, и достаточно сложно принять решение, чтобы поехать на другой конец страны, знакомиться с этим ребенком. Сегодня на сайте размещено более 900 видеопаспортов детей из 24 регионов. Архангельская область стала 25-м. Героем материалов журналистов федерального канала станут более 30 юных северян. Съемки прошли в детских домах Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котловского района и Сольвычегодска. У нас устроилось через информационно-поисковую систему «Видеопаспорт» уже 2152 ребенка. В нашей информационно-поисковой системе сейчас в базе данных находится около 900 видеопаспортов в открытом доступе. Это вот детки, с которыми можно знакомиться. И вот у нас цифра «Дети, устроенные в семье», меняется каждый день. Минимум 6 историй юных северян появится в программе «Пока все дома». Первые эфиры из Архангельской области намечены уже на март. А значит, совсем скоро у них появится шанс обрести семью. Валерия Пуминова, Сергей Погребной, «Панорама Севера».